После нескольких лет промедления энергетическая компания Saudi Aramco вышла на фондовый рынок, сразу став крупнейшей в мире по итогам первого публичного размещения акций. Между тем, несмотря на то, что стоимость акций сразу же взлетела на 10%, аналитики отмечают, что ряд крупных международных инвесторов не проявил к ним интереса. Многие инвесторы заявили, что не станут в этом участвовать, что они не хотят вкладывать деньги в нефть, поскольку речь идет о неустойчивых инвестициях в будущее. При том, что саудовский нефтяной гигант стал теперь самой дорогой из зарегистрированных на бирже компаний, он также занимает первое место в мире по загрязнению окружающей среды. Согласно опубликованным данным, в пятерку главных загрязнителей входят также две американские корпорации – Chevron и ExxonMobil, российский «Газпром» и национальная иранская нефтяная компания. В своем проспекте, выпущенном перед выходом на биржу, Saudi Aramco включила изменение климата в число основных рисков. Обеспокоенность климатическими изменениями может привести к снижению глобального спроса на углеводороды и продукцию на их основе, и обернуться для компании расходами или необходимостью дополнительных вложений. Растущее давление на правительство с целью сокращения выбросов парниковых газов вызвало целый ряд действий, направленных на сокращение использования ископаемого топлива. В дальнейшем, как отмечается в проспекте, сферы деятельности компании, которые в настоящее время не регулируются, могут стать регулируемыми, а существующие правила – более строгими.